think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Залетел сразу же, проснулся на немку, и такие вот плюшечки за вход, халява за вход. Не знаю, в честь чего, но в принципе довольно-таки неплохо. 100 молотков, это реально круто. Так, что у нас еще нового есть? Больше ничего. Я пока не вижу, оно в 11 обновится, через 12 минут аж будет обновление. Так, забираем халявы, какие есть. Началась новая неделя, карта сменка у нас. У меня, как обычно, не хватает места. Так, отлично. Забираем плюшечки. Ой, опять второй день по 500, ребят. За вчера я получил 375 гемов. Да, 375. Итого у меня получилось в общей сложности... за 1575 гемов. Маловато за 4 дня. Сегодня у нас уже 5-й день. Ой, отлично, 300 сегодня есть. Я сегодня буду это попозже все фармить. В общем, 1575 у меня получилось. Маловато как-то, очень маловато. Ну, хотя, в принципе, плюс-минус, я думаю, вытащим. Так, сегодня у нас... 5-й день, да, получается. Первый у нас было вообще 700, потом 100, потом 300. Где-то так, короче, я пересмотрю. Поехали посмотрим, что у нас еще по халявам есть. Ну, я вам скажу, довольно-таки неплохая халява. Посмотрите на вот этой вот плюхе. Сейчас надо место освободить. Места, как обычно, не хватает. Не знаю, что с местами здесь сделать, но это просто трэш какой-то. Так. Фрэнк. А у меня он был или нет, интересно? По-моему, Фрэнк у меня здесь есть. Да, есть. Это повторочка у нас. Ну да ладно. Повторка тоже круто. Так, что по расходникам? Блин, столько всего, я не знаю, места неохота покупать, но смотрю, со временем все-таки придется докупать, не хватает просто на все. Так, сменки разные, сундуки какие-то, можно продать, нафиг не надо. Так, 7 есть, отлично, забираем. Вот такие вот плюшечки за сегодня, 500 самов, блин, вообще топчик. Так, давайте забежим еще раз. Сюда, на этот. Больше ничего у нас такого интересного нету. Заюзаем еще 10 пыльцы. Отлично. 40 сундуков! Охренеть! Просто охренеть, ребята. Ну че, это просто трэш. 40 сундуков словил. Офигеть. Причем еще самых топовых, пятых. Отлично, вообще огонь. Ну, теперь можно будет делать даже эволюции, думаю, героям. Книжечек сейчас мы добавим. Ой, огонь, вообще, посмотрите, сколько я плюх получил за эти сундуки. 1000 книг. Это просто топчик, ребят. Так, блин, круто. Круто. Отлично, видите, самики копятся сегодня. Просто бомбическое утро. Поехали на русский сервер, посмотрим, что там на русском. Я переустановил сегодня плеер. Так, бонусные самоцветы, хватайка есть на русском. Поехали посмотрим, что там у нас на хватайке будет. 5 жетонов. Ну, это у нас донатный аккаунт. Потом я на сардальку перейду, там затащу. Забрали книги. Супер набор. Найм редких героев. Магазинные безумия. Счастливые. Что-то дохрена акция у нас. Найм X10. Фонарики. Остров.
Блин, ну на немке, конечно, бомбическое утро началось. Так, фонтан есть. Нифига себе, фонтан целых 7 дней? Да ты шо? На русском сервере типа огника раздают. Смотрите, ну у кого есть монеты? Ну, монеты на русском сервере, конечно, сложно получить. Можно хотя бы хоть какие-то осколки забрать. Так, окей. Это забрали, поехали сюда, посмотрим. Пакет накопления ни о чем. Набор одного самоцвета вот такой вот на русском сервере. Ну, довольно-таки тоже неплохо. Карту хотя бы дали. Набор одного сама, да? Поехали, заберем. Вот такие вот плюшки. Странно, это, наверное, в честь 1 мая, что ли. Скорее всего, мир труд май. И смотрите, здесь лего падает. Что за прикол? Поехали на английский сервер, посмотрим. Так, Google Play Point, это то, о чем я когда-то раньше говорил. Типа вы можете потом за них покупать плюхи, если донатите. Но там определенные определенные страны. Ой, также майнинг открыли, нифига себе, тут тоже трэш творится. По плюхам ничего не поменяли, не все те же самые плюхи. Но на английском сервере можно, ребята, я показывал, как без доната на английском сервере можно обалденнейший просто аккаунт начать собирать с донатных героев. Потратив несколько там часов, за пару дней можно собрать. Так, больше тут ничего такого интересного нету. Newman's Packy. Вот Zephyr 259, это 10 баксов. Вот эти вот плюхи можно все получить вообще на изи. Карточки, накопления, если делать за выполнение заданий. Так. Я вчера, кстати, битву гильдии не проходил уже на других серваках. И я решил все-таки с гильдии выйти, потому что, ну, реально актива очень мало. И последние, по сути, места, тут играй, не играй, тут просто обходят гильдии, у которых намного меньше силы, то есть актива в гильдии нет, ну, нету смысла сидеть. 10 человек играет, блин, а человек 75 всего, не, больше уже, уже больше немножко, но смысла нету, нету фана на фортах вообще печалька. 10 человек, блин, ну, это не серьезно. Поэтому я решил уже после битвы гильдии, ну, в принципе, я ее не прошел, можно было бы и вчера, снова отсюда заберу, останусь твинком пока что. Не знаю, посмотрим. Конечно, в эту гильдию закинуто дофигища. Четыреста лямов я сюда, по-моему, закину. Сейчас я гляну. Да, 394 ляма я сюда закинул по КГшкам, но это такое. Будем искать в топовых гильдиях место, может там побольше фана. Я, по крайней мере, посмотрел, что на тайванских гильдиях, которые играют там с Тайваня, с разных этих, реально играет больше народа. И они бегают, не пропускают. Поэтому будем пробовать, потому что, ну, реально поднадоело. Одни и те же самые, то есть топов нету, и актив вообще не радует. Вот в топах хоть может будет противников побольше, будет хоть какая-то еще заруба. Но это не точно. Блин, ну не знаю, на немке сегодня просто мега везение. Супер наборы. Это реально круто. Сейчас должен обновиться еще этот пас. Есть, обновился с оккультистом. Не знаю, буду пробовать, пишите. Пробовать, не пробовать, зафармить. Но это, конечно, вон. Там не столько надо будет фармить его. Хотя здесь плюхи тоже
принципе, относительно неплохие. Но ремок нету. Были бы ремки, я бы забирал. Но до 40-го, в принципе, можно дойти. Там и сумки, может, повезет. И затащим, вытащим что-то интересное. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.